Здравствуйте все! Я всех приветствую! Девчонок, мальчишек на своем канале, где я худею с большого веса. Худею 170 килограмм, похудел на 55 и опять продолжаю худеть. Ну как получается? Пока у меня качели. Вы все прекрасно знаете, я уже не буду говорить. Ну, в принципе, сегодня пятница, отчетный день. Вот, и я взвесилась. Ну, в конце вам покажу, наверное, мой вес. Вот, вес у меня, как я уже говорила, немножко прибавился. Я покажу, насколько. Ну, вот где-то 1,5 килограмма у меня пляшет. Туда-сюда, туда-сюда. Вот, поэтому ну, сейчас лето. Сейчас все, я надеюсь, пойдет нормально. Хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления. Праздник был вчера, отмечать будем завтра. Ну, как отмечать? Так, тортик сделала для внуков. Тортик покажу, какой... Так, на скорую руку, можно сказать, для внуков. Уже сообщила младшему внуку, любители тортиков. Бабушка, у бабушки есть тортик. Вот. Идем вперед, девчоночки. Куда нам деваться? Мы все равно с вами стойкие, оловянные солдатики. Мы все равно не бросаем наше похудение, а наоборот продолжаем. Мне тут говорили, калории надо уменьшить. Мальчики, девочки, уменьшала и калории, прибавляла калории. Прибавляла порции, уменьшала порции. Но пока это не работает. Но я надеюсь уже не уменьшать, а, в общем, серединку делать. И также калорийность на 1400, ну, 1300-1400. И пойдет, я знаю, что пойдет. Я не сомневаюсь. И пусть я, может, буду сидеть там 2-3 месяца, но я не тороплюсь уже. Вот 55 килограмм за плечами есть, есть. А вот это вот состояние мне нравится, нравится. Я бегаю, я хочу извиниться, что я поздно, наверное, выйдет это видео, потому что что-то крутилось, целый день я была занята. Тут бегала везде, вот сколько уже тут, 9000 килограмм. Этот шагов набегала, это просто чисто вот занята была, я не говорю, что по дому, а просто еще там дела ходила, туда ездила, туда ходила, ну, в общем, по делам, поэтому вся сегодня в делах, деловая женщина, можно сказать, и вот освободилась и записываю вам видео. Как говорится, все мы пробовали, все мы делали и так, и так. Стоит, ну, постоит и пойдет. И это может быть плата, может быть, организм привыкает. Но главное, размеры у меня уменьшились. Извините, уменьшились размеры. Уменьшился мой размер одежды. Я сегодня ездила, смотрела, примеряла, много одежды померила, и мне очень нравится, что у меня уже маленький, ну как маленький, не маленький, но по сравнению с тем, что у меня было, уже маленький размер. Поэтому очень все здорово, очень хорошо, я не переживаю, я не страдаю, я все равно иду вперед с позитивом, чего и вам желаю. Вперед, девчонки! Смотрите вес, смотрите торт, смотрите тарелочки. Всем приятного просмотра. Так. Вот, пожалуйста, 116 600. Так вот, девочки, сделала себе торт. Я тренируюсь делать розы, белковый заварной крем. Розы у меня получились. Так красивые. Мне просто нужно другие гвоздики приобрести. И цвет не зеленый получился. Хотела чуть-чуть добавить. Как всегда, ливанула. Ну вот какой вот такой тортик я на свой день рождения сделала внукам. Красота. Самой нравится.
Всем добрый день. Это мой завтрак. Здесь у меня омлетик с помидорами и с сыром. Вес моей порции 280 грамм. Цикорий с молоком без сахара. Всем приятного аппетита. А вот, девочки, это мой обед. Такой борщ, щи и кусочек мяса. Вес порции 350 грамм. Всем приятного аппетита. На ужин у меня вот 90 грамм филюшечки куриной. Стушила. И салатик такой. Посоветовали, говорят, очень вкусный салат. Свежая морковь. Горошек немного и яйцо. Ну вот, сделала, попробую. Как люди отзываются, вкусный или невкусный, но, надеюсь, будет вкусный. Поэтому всем приятного аппетита!